Здравствуйте, уважаемые зрители! Видео это про мед, про наш мед, не наших партнеров, с кем мы работаем долгие годы, великолепный мед вот с Алтая приходит, именно от настоящих старобрядцев, которые общаются, ну, буквально там с одним человеком из экопоселения. Тоже хороший мед, прекрасный, или другие наши партнеры. А речь сейчас пойдет про мед, который мы производим, ну, наши пчелы, в Пушкинских горах, это Псковская область, в экологически чистом месте, в лесах. У нас есть и колоды наклонные, такая есть технология, и ульи классические, но классическим только не является то уже привычным для пчеловодства, то, что никакой химии, никаких обработок нет. Сейчас я об этом кратко вам расскажу и наперед скажу, что этот мед теперь вот первый год доступен для продажи. Сейчас 4 продукта. Три как бы вида меда в плане том, что как этот мед упакован. Там есть и отжатый мед в банке стеклянной, естественно, не пластиковый. С пластиком соприкосновений не было вообще никаких. Это мед в рамках, где вощина даже не ставилась. То есть, вернее, такая только маленькая полосочка сверху. И пчелы сами достраивали остальную часть, и все соты сверху вниз шли, достраивали. Ну и микрорамочки, где вообще такая вот сантиметра полосочка ставилась вощина, и все пчелы сами достраивали. А потому продукт полный, целостный, в нем и прополис, и перга, и все что угодно уже в этих медах, я имею в виду, которые в рамках. Ну и есть отдельно забрус. К этому мы шли года 4-5. На самом деле ульи у нас там уже вот сколько есть хозяйства лет, столько и пчелам, но занимались этим по чуть-чуть, вяло, для себя, то есть, как говорится, не на широкую ногу. В последние 3 года, 4, мы стали наращивать количество ульев и пчел, и, соответственно, меда. И вот в этом году у нас более-менее количество какое-то, хоть приличное, вышло. И теперь мы можем его вам предложить, нашим старым зрителям, ну и новым. Значит, в чем вы можете быть уверены? Во-первых, в том, что места эти чистые, не обрабатываются ни сады наши, ну, тем более не леса, понятно, то есть ничем. Это, во-первых, земля чистая. Во-вторых, вы знаете, ну, кто продвинутый в теме пчеловодства, что пчелы поражаются специфическим таким клещом, и люди, как правило, от него покупают в специализированных магазинах разную химию, которой травят и сезонно ульи, и пчел, и все это, конечно, передается в мед. Ну, а мы применяем, например, сборы трав специальные, куда входят там полынь и другие, неважно, сейчас не об этом, делаются специальные настойки с этими травами, которыми обрабатываются сезонно какие-то участки ульев. Ну и, соответственно, больше ничего мы не используем. Конечно, меда поэтому меньше, ну, чем могло бы быть, но мы не гонимся за количеством, а гонимся за качеством. Снимаем мед осенью по погоде, и этот мед за весь год, понимаете? То есть он не как вот майский какой-то, это, ну там вообще ни о чем, так нельзя делать. Даже в старые времена на Руси был там медовый спас, да, то есть когда снимали в августе, в определенное время, мед как бы условно дозревший. Конечно, полностью дозревший, созревший мед, идеальный мед, полностью ферментированный, с высочайшим диастазным числом, это мед, снятый, скажем так, вот в мае будущего года, тот мед, который перезимовал и остался в ульях, который пчелы не съели, а остался просто избыток. Такого меда совсем бывает мало, но он самый лучший, самый целебный. Ну, сейчас речь не об этом. Это просто для общего понимания. Естественно, я вот не знаю, обычно про такие вещи не говорят, но, по крайней мере, мы никогда, я не говорил, потому что это настолько очевидно, что, потому что некоторые даже обижают такими вопросами, что а сахар не использовать в качестве подкормки, но это... Я пчеловодами таких людей не назову. Это подлость и по отношению к пчеле, и к себе, и к людям. Естественно, категорически нет. Безусловно, мы оставляем приличное количество меда для того, чтобы в любую зиму пчелы могли спокойно перезимовать. То есть, чтобы им хватило своего же меда для их жизни зимой. И прямо до следующего начала сбора уже новой пыльцы, нового нектара. Ну и имеем некое количество в запасе, когда приходится подкормить, если это требуется, медом, только, опять-таки же, медом. Ну, например, который мы забраковали по какой-то причине. Ну, например, вот эта сота, она лопнула, мы не стали ее отжимать, а закладываем в некое хранилище, чтобы потом можно было просто отжать там и добавить или целиком добавить в колоду или в улье. И хватило. Но этим всем занимается наш сотрудник, зовут его Антон.
Ссылку даже оставлю на, по-моему, в Телеграме у него, в общем, группа, где можно задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы и получить ответы. Ну, соответственно, про цену. Цена указана по ссылкам под этим видео. Вот прям под этим видео, что вы смотрите, будут ссылки. Если вы захотите этот и другие виды нашего меда приобрести, то просто переходите, увидите цену. Ну вот и все, так? Некоторые даже ему в группу пишут, почему такая высокая цена. Вы знаете, тут очень трудно сдержать негатив и крепкие выражения. Как бы таким людям объяснить, с чем вы сравниваете? С тем, что где-нибудь в Ростовской области, где на сотни тысяч гектар поля какого-нибудь подсолнуха, и вы там хотите, так сказать, с этим медом сравнивать, где мед может так трехлитровая банка, я не знаю, там 1500 стоить или сколько-то там. Но это вы вообще понимаете, что это за мед? Это, я надеюсь, не надо пояснять. Ну, люди с этим сравнивают, вероятно. Но этот мед наш, например, дешевле меда даже от наших, ну, естественно, вот тех старобрядцев с Алтая, по понятным вполне причинам. Во-первых, того меда меньше по количеству, там дальняя дорога, сложный вывоз из там предгорий, лугов высокогорных и там по тропам всяким и так далее. В общем, там это объективно тоже почему дороже. Ну и меньше по количеству, просто еще меньше. Почему дороже перезимовавший мед? По понятным причинам также. Между прочим, мед из Башкирии, который тоже бывает на российском рынке, можно, конечно, и на подделку натолкнуться, но есть и натуральный, он стоит в несколько раз дороже даже, чем наш мед. Мы тоже могли бы поставить, у нас ведь его не тонны. У нас его, ну, может, 500-700 килограмм, ну, может быть, где-то и, или чуть больше. Но мы могли бы его поставить дороже, но не стали это делать. Хотя продали бы и продавая дороже. И это говоря о вот вопросу цены. Ну и, конечно, скажу, что мы отправляем наш мед, как и любые другие товары, наши биопродукты или приборы различные по здоровью, по воде, воздуху, или БАДы различные. В любые города России и страны мира, естественно, мед в стекле, который упаковывается отдельно, особо хорошо. Какая должна быть упаковка? Имейте в виду, мы заматываем банку, убедившись, что она хорошо закручена, в слоев 10 пузырчатого полиэтилена, делаем маленькую коробочку, куда вставляется этот вот сверток пузырчатого полиэтилена, где внутри стеклянная банка. Коробочка закрывается, заклеивается скотчем, и она уже вставляется в ту коробку, в которой идет сводный заказ. Ну, например, вы у нас берете какие-то там БАДы, я не знаю, там спирулину, хлореллу или витамин там D3K2, астаксантин или еще что-то, и вот уже общий заказ упаковывается в отдельную, ну, целую коробку, тоже которая запаковывается скотчем, внутри пузырчатый полиэтилен. В общем, таким образом, чтобы даже условно ударив коробку, ну, не то, что наотмашь ногой или скинув со второго этажа, но потому что творят в разных транспортных компаниях рабочие некоторые, недобросовестные, это вот говорить, я думаю, не стоит. Кто сталкивался и много раз заказывал вообще где-то какие-то посылки, наверняка хоть раз в жизни с этим сталкивался. Мы постоянно с этим сталкиваемся, поэтому мы упаковываем особо тщательно, особенно хорошо. Еще один момент. Компании деловыми линиями я вам, дорогие друзья, не рекомендую пользоваться, что бы вы ни заказывали и что бы вы ни получали, потому что это просто те еще негодяи, ну, я имею в виду не простые люди, там, работники, которые инструкции выполняют, а, вероятно, руководство, которое эти инструкции придумывает. Мы как-то получали тут чугунные ванны для эко-отеля, ну, значит, тяжелые. Так вот, они что сделали? Они переупаковали то, что отправила компания нам, у кого мы закупали отправитель, хотя заплачено было и за особый палет, и за обрешетку. Они перепаковали, как они хотели. Нижнюю, просто незащищенную ни в пленку, ни во что, поставили на ней, ну, прямо на поддон, перевернув ее, все это елозило, и весь лак стерся. В итоге они даже с нами общаться не стали. Автоматически претензия переадресовывается в страховую, там Сбербанк страхование, вроде они сотрудничают, компания деловые линии. Ну и вот те нам там что-то процентов 30, что ли, компенсировали, знаете почему? А типа это можно отреставрировать, лаком там перекрыть. Я говорю, нет, нафиг не надо, вы что, вы испортили, вы отвечаете за доставку, мы с вашей компанией, с деловыми линиями, ну, ну, с представителями вашими, работаем там на миллионы рублей, им заплатили миллионы рублей за годы работы, и эти мудаки сейчас, извините, по-другому я сказать не могу, просто лишились хороших партнеров с нашей стороны. Вас же, дорогие друзья, прошу всех
кто с этим хоть как-то связан или был, рекомендуйте здоровым. Есть такая вот честная, ну как бы это сказать, поддержка, что ли, друг друга, солидарность. С такими мерзавцами не работайте. Нельзя так себя вести, нельзя так относиться к своим клиентам, вообще к людям. Поэтому давайте не будем работать, я призываю вас, с компанией «Деловые линии», вот за такую подлость и такое отношение наплевательское к людям. И еще, ишь ты, какие крутые, блин, с ними не связаться прямо напрямую, они даже не отвечают. Ну и пошли нафиг. Вот мы работаем со СДЭКом, у нас вообще есть персональный менеджер, мы всегда им можем позвонить, он решит там какие-то вопросы. Это не реклама СДЭКа, это, ну, может быть, так есть и в ПЭКе, я не знаю. В других мы работаем, ну, привыкли, потому что начали, они нам хорошие условия там предложили. Главное, удобно. И информационная поддержка, понимаете, по-человечески. Компания «Почта России», там, например, больше всего людей, которые бьют посылки. Просто, ну, рабочих, которые просто, вот самые поганые, ну, просто есть регионы или какие-то маленькие населенные пункты, куда ничего больше не ходит, только вот, «Почта России», либо за границу. Вот мы отправляем тоже «Почтой России». Если, кстати, в вашей стране «Почта России» есть, то мы отправим вам и мед, и другие наши товары без проблем. Но имейте в виду, это уж так я коснулся транспортных компаний. Мы-то каждый день со всем этим сталкиваемся, я знаю в этой связи очень многое. Поэтому мы страхуемся, пакуем, во-первых, так, чтобы не разбить ничего даже в стекле. Потому что в пластике это принцип. Мы никогда ничего не отправляем. Ну вот мед, то, что непосредственно, когда продукт соприкасается с пластиком, это преступление. Тем более такие активные продукты, компоненты активные которых, как в меде, могут вытаскивать из пластика там все что угодно. Вот это бисфенола и прочее. Это просто преступление. Я понимаю, что все плюют, и даже пасечники, он и курит, и бухают. Там есть, ну, разные люди, но в том числе. Им, конечно, плевать. Они удивляются искренне, что это за фигня, причем тут полетели, они вообще ничего не понимают. Так же, как есть люди, которые в бочках сжигают пластик и травят себя вокруг землю, соседей, и тоже ничего не понимают, что они плохое что-то делают. Ну, если вы хотите поддержать тем самым и получить качественный продукт, еще честных производителей и вот такую, значит, на селе, что называется, на земле дело, то можете приобретать у нас великолепный мед, как и все другие продукты. Уверяю вас, что качество неизменно вот таких самых высоких стандартов у нас во всем. Перфекционизм во всем. Мы учитываем сотни нюансов. И только тогда мы начинаем, даже если продукт не мы производим, то, допустим, наших партнеров, но в тех, которых я уверен, только с ними мы работаем, продукты их мы только и предлагаем. Либо это какие-то совместные производства у нас с кем-то. Вот. Так что посмотрите. Вообще смотрите мои видео, не ленитесь, очень интересные они. У меня есть YouTube-канал главный по здоровью, и вот этот Фролов Юрий Андреевич. У меня есть YouTube-канал «Жизнь на земле», про как раз то место, где вот этот мед у нас производят наши пчелы. Ну и, конечно, у нас есть еще, да, у нас есть «Апидомик». И у нас есть гостиница, и вот вы можете, начиная с нового сезона, с весны, ну, с мая, хотя бы с мая, с конца, с середины, да уже даже по погоде и с начала мая приезжать к нам, во-первых, отдохнуть в нашем экологически чистом отеле в гостинице, посмотреть хозяйство, посмотреть зимние сады, там другие наши уникальные объекты. У нас есть даже услуга, экскурсия по хозяйству, индивидуальная, даже со мной. Ну, или с сотрудниками. И вы можете посетить наш «Апидомик». Сейчас нет смысла выкладывать информацию, но с весны ранней, с апреля как минимум, мы будем выкладывать там услуги, стоимость о том, что происходит у нас в «Апидомике». Около пруда стоит такое интересное сооружение. И вы можете так вот лечиться, успокаивать нервную систему по этой, скажем, древней русской такой технологии. Маленькая здравница-лечебница. Ну и, так сказать, столько мест интересных у нас вокруг, что приехать в Пушкинские горы стоит даже, ну хотя бы потому, что великий Пушкин там был, и Арина Родионовна, и усадьбы Тригорская, Петровская, там, и Михайловская, да и, конечно, Бугрова деревня, где мельница есть, настоящая водяная рабочая, и много-много других интересных мест. Поэтому я советую приезжать на неделю, ну хотя бы на 3 дня, если прям так интенсивно по программе все пробегать, просмотреть. Один день, конечно, смысла нет. Ну, вот примерно так про мед сказал. Про остальные продукты вы посмотрите сами. Вообще, зайдите на наш сайт natgard.ru или «Продукты от Фролова» в Яндексе можете набрать. Или, перейдя по ссылке под этим видео, наш сайт natgard.ru, и там
вы увидите разделы. В левой колонке там идет левая колонка и много-много подразделов. И продукты, там свои подразделы и прочее-прочее. Посмотрите, не поленитесь. Это все, что нужно для здоровой активной жизни, для крепкого и активного долголетия. Этим мы и занимаемся. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, всем людям здравомыслия. Ну и ждем ваши отзывы под видео и ждем ваши заказы. Все, о чем я говорил, оставлю вам по ссылкам под этим видео. До свидания.